Ну давай, давай еще вот это вот. А! В смысле он меня ногой отфигашил? Я тебя сейчас отфигашу, слышь? Всем утюг, с вами Клюк и Сорс. Здрасте. Здрасте. Собственно, ты как так? А вот, магия такая. Или у меня болезнь с названием рассинхроны. Начальник либо ты зашел. Вот это вот, да? Ребятки, мы на 7-м сервере провинции опять продолжаем работать полицейскими, блюсти правосудие в душах людей и на их лице. Да, вот там у нас, по-моему, вызов. Да, там вообще-то два вызова, а мы тут фигней маемся. Так что поехали, наверное. Хотя, знаешь что, давай, короче, на вызовы, а потом мы пойдем пожрать. Я просто хочу пожрать дико, у меня персонаж умирать скоро будет. Слушай, а там по поводу вызова, как же там особая форма доклада есть, как бы я... Ну да, да. Я не почитал. Ну мы сейчас что-нибудь напишем на самом деле, я не знаю, как оно по форме пишется, и на информационном портале я тоже ничего не нашел. Мы просто запишем и все. А давай мы нашего начальника стукнем и... Ну давай. Здравия желаю, разрешите обратиться. Хорошо, хоть не сказал. Слушайте, мы как бы первый раз хотим принять вызов, как бы там вызов вроде бы был, и тут вопросы про рации есть. Как правильно по форме? Все, понятно, спасибо. Ну, я по вашим глазам понял, как это делается. Все, спасибо, спасибо. Погнали. Вот, смотри, два вызова. Принял на вызов. Не надо это принимать на вызов. А как понять, какой? А мы, не знаю, мы к любому сейчас поедем. Все. Все, погнали. Отлично, поехали. Так, смотри, один у нас внизу, один у нас справа. Какой выбираем? Тот, который на дороге неизвестно а какой, где? А какой или... ближе? Ближе тот, который сейчас налево поворачивать. Так, ну подожди. Тут в городе получается. Мы же можем на красный ехать. Во второй зоне. Мы же типа... Да-да-да, мы же на вызов летим, да. Хе-хе, сигналочку рубит. Блин, круто. А теперь смотри внимательно. Помнишь тот монорельс? Ага. С одним человеком. Товарищ, вы ездите не по правилам. Уважаемый, вы таки на рельсах становитесь. Вы вот это вот, ждете автобуса? Вам трамваем переехать? Не автобус. Или как? Вам таки никто денег не даст, если вы таки себя убьете. Я думаю, так он поймет. Не, ну я могу рубль дать, конечно, но это же опасно. Поехал. Слушай, подожди, а может это обновление парка монорельса? Может у них новые автобусы завезли, просто одноместные. Наверное, обновление монорельса, пойдем. А чё он не на электро? Так вот он вот здесь, это вот там? Видимо, доехал, да, ну посмотри, метка-то наверху находится. Сюка. И чё, ну, а мы же туда не доберемся, я не знаю, как туда добраться. Кстати, Глюк, я тут... подумал, я хочу себе новую машину, ну, личную. Я уже даже определился, какая. LaFerrari? Ford Mustang, на LaFerrari у меня денег не хватит. Ну да, LaFerrari очень жесткая. Вот наркоманский у меня есть к людям вопрос. Вот у меня некоторые говорят, что надо замазывать чат, потому что это как бы служебная информация. А некоторые говорят, что не надо, потому что, камон, ты РП ломаешь. Вот как бы, а у тебя как люди считают? Как думаешь, пусть напишут комментарий? Да ты знаешь, на самом деле, я думаю, что ничего прям уж дико страшного нет. В гараж идите. Или нас чехвой сейчас будут, или лекцию читать. Сейчас нам их, походу, короче, будут читать. Мероприятие. Мероприятие. Ну окей. Слушай, я не знаю, или у меня память отказывает, или у нас каждый раз полковники разные. Ну, учитывая, как часто мы как бы приступаем к выполнению нашей работы, то есть примерно через день, через два, то как бы да, есть такое. 139 здесь. Что? Ой. У нас генерал умер. Или полковник. Полковник! Полковник, где вы? Полковник! Полковник, что делать? Паника! Что делать-то теперь, бля? Подожди, надо встать и Сюка, я один остался! Блядь! Страшно-то как! Боже, какая-то смерть невидимая. Сюка, я умер. Это дерби? Это дерби? Слушай, у меня есть стратегия. Давай никого не лупить. Тупо выживать, а потом Я тоже хотел это предложить, чтобы просто типа, пускай они все пидорятся, а я не буду. А последних мы уже отмочим. И давай вместе копиться, да?
Тоже да. То есть как бы кого-то одного да, выбираем и быстро его запинываем. Не-не, ну типа нам главное сохранить жизнь пока сначала. Ну да. А потом в конце, да, мы одного кого-нибудь запинаем. Мы агент Смит. Разбегаемся. Выдаю авто. Ну окей, сейчас, сейчас хотя бы пешку засниму. Эмили Каспер. Ох ты ж, блин, это что вообще? Панамера. Это Поршечка? Да. У, тюка. Тюка, ну я как бы сейчас пидориться так-то не хочу. Я лучше поеду там вот где-то по краешку, там заныкаю сейчас. Пусть все пидорятся. Один на машине заспавнился. Ах, он читер. Проклятый читер. Вот у нас такой зелененький. Дождь пошел. Дождь. Чувак, у тебя тоже дождь пошел? Да. Охрененно. Так, просто левай. Сохранить себе жизнь, пока они друг друга поубивают. Они за мной гоняться начали, слышишь? Что-то мне не нравится такая фигня. Они, походу, это, знаешь, как подписчики себя ведут. Блин, у меня машина дымится. В смысле я дымиться начал? С какого ляда я начал дымиться? Я ни в кого вообще ни разу не врезался. Тут, по сути, машина вообще хп не имеет. Так, у меня уже минус бампер, и это просто потому, что я неаккуратно слежу за всеми. Отлично, да, мне в бочину влетели. Козлюки, я перевернулся. Чё, я? Перевернулся? Да нет, да я ж ничего сделать-то не успел. Какого х... Ты взорвался? Да! Я перевернулся, типа, и все. Я не могу обратно вернуться. Ну, смотрите, короче, нас 9 черных и один белый среди нас. А у Глюка музыка играет, а мы танцуем эту херату. Движения эти я не знаю. А, мы были не в Предлагаешь Лут, музыка в войсе, но импер всегда наказывается. А, хорошо, больше не буду. Давай диско. А, нас ТП. А что мы делаем? Что мы делаем? Ой, бьем старого наркомана. Что там происходит? Перестрелка будет. Нам выдали катану и дигл. Ну не знаю, акашку. Ёбди! Не, чё, так оставляйте, мне нормально. Что такое? Ты не видел этого? Нет. Да вот эти ходуны из Half-Life были. С длинноногие такие. Твою мать, какого хрена они тут делали? Миш, если мы останемся вдвоем, я забираю все бабки и убиваю тебя. Если мы останемся вдвоем, я забираю все бабки и убиваю тебя. Так и договорились. Хорошо. Отлично. Классный план. Давай так, если админ нам будет угрожать, мы подаем на него рэп и забираем деньги себе. Не, давай так, если мы останемся втроем, мы убиваем его, а дальше разбираемся так, как планировали. Хорошая идея. Нет, давай так, если мы остаемся втроем, админ забирает все деньги, а мы получаем по одному хуракану. Хрен знает, хрен знает. Хуя придумали. Хотя можно ла Феррари, я согласен. Не, ну мне и Бугатти хватит, в принципе. Нам нужно будет убежать в здание, чувак. Давай вон туда вот, в серое. Вон прям передо мной. Беги. Сейчас поди пойми, кого бить-то. Мы же все одинаково выглядим, не? Нет, мы, наша команда выглядит как ППСники. Ох, я не понимаю. Так, я одного убил, и меня убил другой. Ага, так, никакого. Я не понял, у нас тут, короче, наступление адовое, все, я на крыше. Тебе главное правильно их взять в кольцо. Он не работает. Сюка, хрен попадешь по ним, а? Так, положили еще одно, отлично. Красавчики. Мы почти зачистили их. Ха-ха-ха. Не, слушай, вот сейчас неплохо, конечно, пошло, да. Мне кепка мешает, что стрелять. Скучно мне, люди, дайте я вылезу. Меня убили просто как бы ни за что.
Ну логично, ты уже убитый. Молчишь? Ты уже мне убитый, потому что. А я зарплатку получил, пока отстреливался. Да ни хрена себе, что там за бронированный хрен такой. Ну давай, давай еще вот это вот. А! В смысле он меня ногой отфигашил? Я тебя сейчас отфигашил, слышь? Какого ляда? Спина, спина, спина. Добей же ж ты его-то, ну! Полудурок! Отлично! Меня тут на войне замочили, просто ногой добили, сука! Обидно. Вот. Оп. А, ты меня уже бить начал, да? Ах ты. Да. На тебе, посрачник. Я тебе даже броню, по-моему, не снял, да? Снял. Почти всю. А вот жизни нет. Видишь, он добивать не дает. Ау. Охренеть, блин, жизни сразу отнимается за эту дичь. Да посмотри, сколько я тебе жизни отнял, сколько ты мне. Это же жесть вообще. Типа, стоит тебе один раз подловить чувака, и ты, и он труп. Ну все, началось. Тюка подловил меня, да, пока я стоял, наблюдал. Ну ладно. Ну ладно. Я же сейчас вернусь с того света. Ну так. Единственное место, где мы можем безнаказанно друг друга бить. Иди сюда, козлина, это я тебя отомщу сейчас за ту икру, блин. Помнишь икру, да? Да, именно поэтому я сейчас тебя и бью. Козлина, да ты меня грохнешь сейчас опять, ты издеваешься надо мной. Да какого ляда? Бей его, добивай. Добивай ДПСника. Так ему. Ах ты. Давай, хорош, давай. Да, всего 3 жизни потратил на тебя. Бляха, за тебя впряглись, я пошел. Там чувак на заборе сидит с гитарой, видел? Перед ним встань. А какой смысл? Ну типа я попытаюсь. Он ему говорит остановиться, давай преградим дорогу, он ему говорит остановиться. Перегради дорогу. Ну блин. Ну все, погоня, да? Я даже не понял, куда он поехал. Типа вопрос, мы еще можем ему помогать или нет? Все, потеряли его. Сейчас в розыск объявим. Я понял, но мы тогда поехали дальше. Так, смотри, мы едем в зону 3, да? Мы едем в город мирный. Водите легкий, жир. Заразно. Сюка, не могу я с этой штукой. Че, как работается? Странное он, давай за ним проследим. Подозрительно. А вдруг он закладки закладывает? Поехали за ним. Вы знаешь, вот мы ему говорим, типа, нормально, типа, пообщаться, а он от нас постоянно молчаливо уезжает. Ну да, подозрительный человек, да? Подозрительный. Будем выслеживать его. Едешь по городу, за тобой такие менты, оп. Стремно, да? Вот он сейчас, да, стремается, наверное. Куда он едет, а? Ну не знаю. Ой, сейчас отлетит. Вот сейчас он отлетит. Вот это он зря. Смотаться в кусты. Что-то мы его, короче, слишком напугали, видимо. Ну, судя по карте, бедняга. Да. Ну ладно, тогда что? Ну поехали прямо куда-нибудь там что-то. Гражданин, остановитесь, пожалуйста. Разрешите минуточку занять вашего драгоценного времени. Не могли вы мне предоставить ваши документы? Я сразу вижу, что это Анастасия, да? Что я сделала? Скажи, мы ищем красивых девушек. Прочитай. Ля-ля-ля. Уровень 7. Дом, шахтер, организация. Нет, не служила. В порядке оно раздельно пишется. Ну просто надо комплимент девушкам делать. Ну слушай, ну настоящая женщина, да? Сможешь замуж позвать ее? Ну смотри какая, Михалыч прям такой. Я преследую нарушителя. Кого? Автобус? Синим какая-то марка.
Это автобус, автобус-нарушитель, он не нарушитель, обычный автобус. Я хочу проверить документ водителя, он подозрительный. Ты не ДПС, ты не внешность. Можешь так делать. Это электробус. Тем более, что это электробус. Смотри, сзади надпись. Ну да, но чтобы для тупых, кто думает, что это автобус, это электробус. Питается батареей на крыше, как электромобиль, только автобус. Манёвренный. Блин. Это типа для дебилов. Посмотри, нету его в базе? Нету. Да не в порядке, можете убегать. Даже не доколебаться до него. Что ж такое-то? Мне кажется, нас тут все игнорят. Никто не любит полицейских. По-моему, они даже нас полицейскими не считают. Ну да, так, просто какая-то хрень приколебалась тут и все. Ну можно хоть чуточку уважения. Ну капец, сейчас плакать буду вообще. Да вот и я так же. Документы. Он остановился. Ну вот. Заря ты на территорию нашу зашел, парниша. Так, у него второй уровень. Он бездомный, безработный, не служил. Мне кажется, ему самое место в наших рядах. Да, что-то напоминать. Слушай, а помнишь, мы в прошлый раз сделали акцию «Помоги добрым делом человеку»? Товарищ, товарищ, что-то у вас не так. Вот у вас ноги волосатые, надо бы сходить бы побрить. По городу как-то не гоже так ходить. Гражданин, вот субсидию небольшую побрейте городу. И ноги обязательно побрейте, чтобы были красивые, как у девушки. Брить ноги и живот. Ну, чтобы выглядели опрятно, понятно? А то вот это не дело так вот ходить в таком виде по городу-то. Я бы на вашем месте сходил бы на стройку, заработал все-таки денег, чтобы побриться да помыться. Он спрятался, чтобы не следить, он спрятался от нас сзади. Я вижу твой локоть, если что. Тебя все еще видно. Товарищ Михаил, вы опять пьете воду из моего кулера. Вы это дело бросьте. Так я что, виноват, что вода есть только в вашем кулере, а везде вот каналита? Я единственный трезвенник здесь. Вот поэтому у так, вас я, есть я не вода. Понял, что за бомжи тут гражданин, ходят, гражданин, выйдите, пожалуйста, из отделения, именно из служебных помещений. Наркоманов тут развели всяких, а? Да вот заходят тут всякие, и тут еще кулерами пользуются. Водку подливают в них. А, лекции? А, не, какие лекции? Не надо никаких лекций, все хорошо. Давай в эту, в Ладу, нахрен нам это нужно? Поехали в Ладу на второй. Согласен. Здравствуйте, гражданин. Вы тут на работе, да? Не скучно вам тут? Может быть, вам булочку какую-нибудь принести? Это ни магазинов рядом, ничего. Ну а как вообще работает в РЖД? Лучше, чем в полиции или такое себе? Ну, честно, да. Чувак, что-то мы, кажется, не ту работу выбрали. Почему? Ну вот, видишь, стоит человек, себе радуется. Правда, как будто в клетке стоит. В принципе, от тюрьмы не сильно отличает. Ну да. Что бы вот такое еще спросить провокационное? А бывают ли поезда нестандартные раски там? Может, тонировка бывает слишком? Не видели? Нет такого. Я вот видел, говорили, радужный поезд ездит, а там, говорят, запрещенные вещества, запрещенные люди ездят на нем. ЛГБТ! Я, честно, такого не видел еще. А долго уже в РЖД, как бы? Ну ничего, когда вот Михаил Северный станет вот работать в РЖД, вы обязательно увидите радужный поезд с ним во главе. А как бы перспективы работы? То есть, как бы, с клетки заберут решетки или как? Чё-то я вообще не понял. Ну вот тут как бы на этой будке, ну, смотри, тут, вот чтобы не украли, решетка есть. Как бы. Если вот тебя поднимут по званию, то вот эти решетки уберут или нет? Ну, я уже на машиниста сразу. Значит, решетки не уберут. Он так и будет. Это, как в тюрьме. Прикинь, чтобы мы вот так вот в полицию поступали, а нас при этом сажали в клетку, типа почувствуй, как это оно. Ну да, 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 да. Ладно, не будем вас отвлекать от работы. Развлекайтесь, кстати, веселитесь тут. А у вас форма такая у всех однотипная или как бы есть еще разнообразие, нет? До начальника, да. Чувак, тут что-то кто-то с дороги слетел. Так, ладно, мы там, машина слетела, мы пойдем посмотрим, что там. Классная машина. Дайте хоть вдохну полной грудью этот дорогущий бензин. Дыши, это ж сотый бензин, что ж ты делаешь? Да я... О, боже ж ты мой, это прям запах денег и власти.
Нам никогда с тобой не купить такое. Да тут номера стоят как половина нашей служебной. Охренеть, слушай, мне нужно 10 почек продать своих и наших сокамерников. Берите взятки и купите. А вы даете взятки? Из госбюджета. Не, ну это плохо. Нам говорили, что так нельзя. То-то я смотрю, что вечно как скорую вызовешь, ни хрена никто не приезжает, а? Так это вот вы виноваты в этом, да? Так нечем лечить. Ну, таких же продают. Так ты же продаешь их все. Так, ну подожди, у тебя камера-то включена была? Да. Ну вот, все, у нас есть документики вашей причастности к нарушениям закона. Но, как вы уже говорили, а зачем нам догонять? Мы номера запишем, как бы приметы передадим, а там дальше поделим. Имею в виду, проверим документы, все такое, когда вы уже там на месте будете. Рано или поздно все равно ж окажетесь. Ну или можем решить как-нибудь другим образом. Ну там, правда, дорого. Да, ну экскурсии в камеры стоят дорого, если что. Как минимум 10 минут личного времени. Он отдал мне 5000 рублей. Ты видишь что-то? Капец, слушай, такой воздух свежий, ну, прям да, сотым бензином да. Запахло. Вообще прям, да? Бензин трава пахнет, такая... и никого, и тишина. Да, никого вообще. Ну что, поехали дальше, поехали, да? Ну да, все равно же никого не видели. Да, все равно вот, же тут никого нету. Так, ну пошли. Скажем спасибо воздуху. Да, воздуху спасибо. Ну фишка в чем, смотри, мы же не можем брать взятки вот так вот, да? Типа, мы а не так, можем, мы ничего не требовали. Да, мы ничего не требовали, мы не брали взяток, это просто вот какой-то хотя, подарок знаешь, нам сделал. Ну подарок, да, судя по описанию того, что там у нас в уставе, да, типа любые деньги, которые нам дают вне, любые штрафы вне участка, это взятка. Но мы же его не штрафовали. Так это не штраф, да. Мы же не штрафовали, мы даже не говорили ему что-то денег давать. Ну да, да, не было вообще ничего. Да и чувака-то не... Какой чувак вообще? О чем ты говоришь? Я вообще нюхал воздух, и мне почему-то бензином запахло. Вот и я так же, да. Я просто вдохнул полной грудью и отключился, видимо. Объявляю план хват на Егор... Егор кто? Егор Гусев. То есть если увидим Егора Гусева, можем, ну, типа... Эй, девушка красивая, хочешь подвезу, да? Это нет, не хочу, спасибо. Почему? Ну, ты... Крутая ведь тачка. Смотри, сам разбивал, хорошая машина. Это какую машину вы имеете в виду? Вот, на которой мы та, сидим. Та, которая разбитая. Целые машины, плохие машины. Ну подожди, чтобы нам ее подвезти, ее нужно будет арестовать, а это будет, наверное, не очень хорошо. Нет, мне не нужно арестовывать ее, не за что. Подожди, мы между собой решаем, как тебя увезти отсюда. Смотри, мы можем ее арестовать, что она слишком красивая, и тогда типа уже решать. Ну, кстати, решать, да, можно ей такой этот штраф паять, конечно. Штраф за красоту? Нет. Давай ограничимся... ограничить свободу, как там правильно? Короче, заберем с собой, и ладно. Не, подожди. Штраф за красоту, он как бы отрицательный. Ну ты штраф выпиши, а я пока просто посмотрю, полюбую. Может, мы как-нибудь без штрафа обойдемся? Не-не-не, вот видишь, отрицательный штраф, то есть он в твою пользу. Так что вот, не нарушайте нет, больше. Подожди, что-то не то. Да все правильно. Это отрицательный штраф. Штраф когда... минус 2500 рублей за красоту. Да, собственно... Мне эти 2500 не нужны. Ему тоже? Это не спрашивается, это, знаешь, закон. Я тут, значит, выполняю свою работу, а то, знаешь... Мне тогда уже очень нравится такой закон. Ну, тут, ну вот, да. Еще в нерабочее время закон гласит, что красивых девушек нужно обязательно накормить, сводить в ресторан, пригласить потанцевать и так, вообще сделать. Миша, стоп, нет таких законов, нет. Все, я только что придумал, верните меня! Вот я сейчас думаю, что за шизики вообще полиции там работают? Я могу вам чем-нибудь помочь? Он доктор, скорее он тебе поможет. Нет, гражданин, вас совершенно не слышу. Возможно, у вас сломался рот. Ну ты посмотри на него, он опять сидит и греется возле батареи, а? Ну, бомжей поразвели-то, ну. Тёма, смотри, он мое место занял. Вот я обычно дежурю, а тут он. Да, вот что значит, съездишь на дежурство, вот это вот, посмотришь. Так вот все, да, жопу поднял, место потерял.
А что ты думал? Все? Это называется карьерный рост. Вот у него карьерный рост. Уважаемый, я вот не пойму, вы что, хотите таки вступить в наши ряды? Ну мы тоже так делаем. Мы ж таки не погрелись возле ихних батарей. Это наши так батареи. Я предлагаю вам таки начать работать. Потому что если ты работаешь, то тебе таки дают деньги, и таки возможно, что скоро все проходит. Именно. А вот если будете так тунеядничать, то вас еще и оштрафуют тут. А если вы знаете волшебные слова из четырех букв, например, слово «утюг», то вам, может, жить станет немножко легче. Нет, не станет. Я имею в виду промокод. А, ну, кстати, да. Он второго уровня. Пердуй на стройку. Чего ты тут стоишь? Пердуй, зарабатывай деньги. Заработаешь деньги, сменишь скин, не будешь бомжом. Не будешь бомжом, сможешь служить в армии. Сможешь служить в армии, сможешь бегать в полиции, зарабатывай 26к в час. 500 баксов стоит. Я вас помню, вы врачом были, может, вы сталкивались? О, знаете, вот чего у меня только вот не было. Я помню, что я перешивал человеку руки с жопы на плечи. Вот это вот точно помню было. Ну, если постараться, можно запытаться. Там же вот, ну, типа, голосовые связки, это же, ну, они же как мягкие ткани организма. А мягкие ткани, их можно везде взять, в том числе и с толстой кишки без проблем. Просто нужно научиться ими владеть, и можно издавать разные звуки. Там вот нижними. Я знаю, прямой кишкой издают звуки. Ну, вот я же говорю, да, просто нужно тембр откалибровать. И будет хорошо очень. А, я слышал, что вот на трубе, да, вот чем тоньше труба, тем громче звук. Возможно, нужно отверстие сузить, и типа будет громче слышно, похоже на человеческую речь. Да. Хотя, возможно, и рот можно починить таким образом. Если нашить одно на другое... Пересадить, да, оттуда с нижней части на голосовые связки, и тогда рот тоже должен, по идее, починиться. Хотя тогда возникает вопрос, а как же выполнять функцию, которая была до этого у предыдущего вот этого пересаженного органа? Так нет, так ты понимаешь, а голосовые связки вниз пересадить, и будет тогда вот прекрасно. А они мешать тереться не будут? Не, пачкаться? Не должно. Я тебя где-то видел, ютубер какой-то, это точно. О чем вы говорите? Человек, вы сбрендили, возможно. А что такое ютубер, вы о чем? Гражданин, по-моему, вы ошибаетесь. В провинции нет никаких ютубов. Доктор, может, ему успокоительное вкалывать? Он бредит, по-моему. И радио нету. Вот ничего видите, нету. Видите, я же говорю, вот вам прям вот человек, который вот умеет жопой разговаривать. Иногда, видимо, еще и думать о том, что говорит. Все, ребят, на этом мы закончим прекрасную серию. Заходите на канал Сорза, заходите на провинцию. Будем тут развлекаться вместе. В описании есть ссылочка на саму провинцию, на промокод, который даст вам кучу бабок. Вот. Ну и всем удачи, всем бобра. Всех обнимаю. Пока-пока. Кстати, я заметил, что наши подписчики начали появляться все чаще и чаще. Ну, кстати, это приятно. Если они, конечно, не заколебывают. Но наркошками. Все, всем пока. Давайте, держите, живите по РП. Всем удачки. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.